Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесии. В студии Рита Нерова. Здравствуйте. Вот некоторые темы. Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии ищут преступников, совершивших в понедельник нападение на судью арбитражного суда и руководящего сотрудника казначейства. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в республике остается высокой. 22 февраля в эфире телеканала «Архиз-24» пройдет большой благотворительный телевизионный марафон «Все для победы», и более 600 тэквондистов поборолись за звание лучшего в рамках всероссийских соревнований Кубок президента Союза тэквондо России в Черкесске. А теперь подробно. В республиканской столице возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и разбойном нападении на сотрудника казначейства и арбитражного судью. Расследование дела взяла под контроль прокуратура Карачаево-Черкесии, комментирует старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденное по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на убийство» и части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». По предварительным данным, 20 февраля этого года в дневное время на улице Советской города Черкесска четверо мужчин совершили разбойное нападение на заместителя руководителя управления казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, судью арбитражного суда КЧР и двоих местных жителей. Будучи вооруженными деревянными бейсбольными битами и иными предметами, используемыми в качестве оружия, нападавшие избили должностных лиц, похитив имеющееся при них имущество, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавшие, получившие травмы различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой республики. На какие меры поддержки могут претендовать предприниматели Карачаево-Черкесии? Какая помощь оказывается самозанятым гражданам региона? Более подробно о планах на этот год сообщил начальник Центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. В этом году мы планируем увеличить количество софинансирования для помощи нашим предпринимателям выходы на электронные маркетплейсы. То есть, если в этом году это было несколько человек всего, в следующем году мы планируем уже несколько десятков. Все, что связано с тем, чтобы именно выйти туда, это личный кабинет, это фотографии, это сертификация. Все, что связано с тем, чтобы выйти именно на маркетплейс и торговать уже для более большого количества. Мы и проводим обучение по маркетплейсам, по работе в личном кабинете на маркетплейсах. Мы также планируем увеличить количество обучения предпринимателей, которые будут планировать получить грант. То есть мы в прошлом году проводили одно такое обучение, школу и азбуку. В этом году планируется провести два обучения. Эпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу в республике соответствует времени года. Уровень заболеваемости тесно связан с сезонными погодными явлениями. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается высокой. Среди взрослого населения республики, то есть от 15 лет и старше, эпидемический порог заболеваемости превышен на 36%. За прошлую неделю было зарегистрировано 1273 случая заболевания ОРВИ. В ходе мониторинга циркуляции возбудителей острых респираторных вирусных инфекций лабораторно на прошлой неделе было выполнено 300 исследований от 21 больного. В результате выделены 3 штамма вируса гриппа группы Б. Все лабораторно подтвержденные случаи заболевания гриппом произошли среди непривитых граждан. Для того, чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять и закалять свой организм, высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха. Ну и, конечно же, нужно питаться правильно, считают медики. В рацион необходимо включить продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций. Это цитрусовые,
киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом, курагой и так далее. В преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля в 14 часов в эфире телеканала «Архыз-24» стартует большой благотворительный телевизионный марафон «Все для победы». Организатором выступает единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при главе Карачая-Черкесии в рамках проекта Народного фронта «Все для победы». Марафон направлен на поддержку военнослужащих нашей республики, участвующих в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Все собранные средства пойдут на закупку дополнительного военного снаряжения, обмундирования, продуктового обеспечения и тактической спецтехники. В прямом эфире в студии телеканала «Архыз-24» соберутся представители правительства региона, военного комиссариата республики, депутаты парламента региона, а также руководители политических партий и общественных движений, участники специальной военной операции, предприниматели, культурные деятели. Двое жителей Карачая-Черкесии подозреваются в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Сотрудники правоохранительных органов в Усть-Джигуте задержали машину отечественного производства, которым управлял 29-летний житель аула Эль-Таркач. В салоне авто находились два пассажира, которые сбыли местному жителю 7 пластин сильнодействующего лекарственного препарата. При осмотре автомобиля было изъято еще 12 пластин. Со слов одного из пассажиров, данные блистеры они приобрели на автодороге Лермонтов-Черкесск у 34-летней жительницы Кисловодска. Предполагаемую сбытчицу оперативники совместно с коллегами из ОМВД России Предгорный задержали. В салоне ее автомобиля BMW обнаружены и изъяты более 405 тысяч рублей, банковская карта на ее имя и мобильные телефоны. Согласно заключению экспертно-криминалистического центра, в изъятых пластинах содержатся капсулы с сильнодействующим веществом пергабалин. Следственным отделом Черкесска возбуждено уголовное дело в отношении 12 жителей республики, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконные организации и проведение азартных игр, совершенной организованной группой». По данным следствия, в период с августа прошлого года организованная преступная группа из 12 лиц в трех различных помещениях на территории республиканского центра незаконно проводила азартные игры с использованием игрового оборудования. В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий с мест преступления изъяты компьютерное оборудование, используемое для проведения азартных игр, а также денежные средства, полученные преступным путем, как доход от незаконной деятельности. Шестеро участников орг-группы задержаны, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные члены преступной группы объявлены в федеральный розыск. В Черкесске вывели из системы электронной сертификации «Меркурий» 3 тонны курятины, чтобы скрыть подозрительные операции. Информацию комментирует государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе анализа данных системы «Меркурий» выявлены подозрительные операции с 3 тоннами филе цыпленка-бройлера на территории Карачаево-Черкесской республики. Установлено, что ООО «Альянс» из Черкесска поступила продукция филе птицы в объеме 3 тонны. Путем инвентаризации с добавлением акта несоответствия по причине порчи продукции проведено списание. Информация о дальнейшем использовании филе неизвестна, из чего следует, что его могли реализовать торговую сеть без обязательных ветеринарных сопроводительных документов. Управлением Россельхознадзора ООО «Альянс» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Учащиеся Карачаевского городского округа в рамках клуба выходного дня провели выходные в одном из самых красивых мест республики – курортом Домбай. Дети с удовольствием погуляли по поселку, с радостью покатались на ватрушках, а вечером активисты российского движения школьников и молодежи устроили маленький концерт, в котором с удовольствием пели песни, рассказывали стихи и различные истории из жизни. В Свердловской области состоялось первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет, по итогам которого спортсмены из Карачая-Черкесии Азнаур Папшов завоевал золотую медаль в весовой категории до 88 килограммов. Наш спортсмен провел 5 поединков и во всех одержал уверенную победу, а в финале взял верх над победителем первенства России и Европы по дзюдо Русланом Саменко, тем самым награжден призом за лучшую технику. Победители данного первенства получили право
представить сборную России на предстоящем первенстве мира по самбо среди юниоров, которое пройдет в октябре текущего года. В Черкесске прошли всероссийские соревнования Кубок президента Союза тэквондо России среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В состязаниях принимали участие 610 тэквондистов из 38 регионов страны. Победители турнира получили путевку на первенство России по двум возрастным категориям. Победителями и призерами от нашей республики стали Рауль Агрженоков, Кирилл Половин, Сабина Шевхужева, Кира Слинькова и Ксения Макатерова. Баскетболисты лицея номер 15 и 17 гимназии Черкесска стали победителями первенства республиканской столицы. Состоявшиеся соревнования стали первым турниром спартакиады школьников Черкесска, начавшийся в феврале. Тройку лидеров среди юношеских баскетбольных команд возглавила сборная лицея номер 15, второе и третье места у гимназии номер 17 и номер 5. Среди девушек победу в городском первенстве одержали баскетболистки гимназии номер 17. Серебряными и бронзовыми призерами стали учащиеся гимназии номер 5 и средней общеобразовательной школы номер 4. Всего в состязаниях участвовали 14 команд в рамках спартакиады до июня, а также запланированы соревнования по футболу, волейболу и легкой атлетике. Ну и последняя информация. В Краснодаре прошли краевые соревнования памяти студентов Кубанского государственного университета физической культуры, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане. По итогам состязаний первое место в беге на 60 метров с барьерами и второе место в беге на 400 метров завоевал Сава Пудаков. Ростиславу Пудакову досталось серебро в беге на 60 метров с барьерами. На второй ступени пьедестала оказался и Кирилл Духин в беге на 400 метров. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По данным региональных синоптиков, сегодня по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки, снег, мокрый снег и дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, при порывах до 15-20 метров. Температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла и на дорогах местами гололедица. В горах места минус 4, плюс 1, сохраняется лавиноопасность и порывы ветра достигнут 23-28 метров в секунду. В Черкесске небольшие осадки, дождь, мокрый снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду, при порывах до 15-20 метров. Столбик термометра поднимется до 7 градусов выше нуля. Таковы некоторые события республики. Новостной блок провела Рита Нерова.